17-й микрорайон, рядом с парком. Дом 48-й. Вот это не знаю, какой дом. Сейчас узнаем, спросим. Несколько странно, двор на улицу, на проезжую, но тем не менее есть дворик. Площадочки детские. И дети есть. Добрый день. А это какой дом? Здесь 54-й, здесь 53-й. Это два дома, 54-й, 53-й, да? 53-й, 54-й. А, спасибо, буду знать. Вот, оказывается, для чего сюда ехал. А вот что вы ищете? Да, товарищи просят, говорит, покажи, покажи. Покажу. А, у вас микрорайон? Ну, этот, 53-й дом, вот один спрашивает товарищ. А я тут проезжал мимо, думаю... Покажу, говорит, жил здесь. Нормально живете? Нормально. Тепло. Свет есть. Свет есть, площадки есть детские, да. Площадки детские. Ну, так что можно жить, ну и слава богу. У нас торговый дом Реал. Очень. Омск пласт здесь очень дешево. Да? Вся посуда, все, моющие средства. Здесь очень дешево. Ну видите, как хорошо. Магазин маленький, тоже очень хороший. Угу. 54-й. Все понятно. А с криминалом как у вас? Вообще криминала нет. Криминала нет? Нет, у нас вот. Здесь ночью такое освещение. У нас везде лампы, все вот это освещается. Вот лампы. От магазина полностью ночью все горит. Вот это вот бегущая строка. Угу. Ариша, аккуратно упадешь. Бегущая строка, здесь вообще светло как мел. Ну и хорошо, это ж тоже здорово, когда спокойно в Майкудуке, в городе. А вот парк здесь же рядом получается, да? Да, вот за Реал заходишь. Что оно такой пустынный мне показалось. Нет, его сейчас будут расширять, там будут велосипедные дорожки. Его расширяют. А, вот, план да, есть, да? План уже есть, и вот в следующем году это все будет. Реализовано, да. То я смотрю, даже этих спортивных площадок там вроде не было. Есть спортивная площадка, бесплатная спортивная площадка есть. Там есть. Есть, да. Ну хорошо, пусть больше будет. Спасибо. Пойду поближе. Ну, я информацию получил. А кому там 53-й дом нужен был? А? А, снимем. Вот как здесь идет весело работа. Вот так вот. Здорово. И, и это внуки это ваши, да? И вы с ними, наверное? Нет, не сами,
больные. Вот. А, вы больны. Больны. Ну, здоровья вам, здоровья. Здоровья. Хотя здесь тоже намусорить успели. Ну, в общем, такой дворик. Своеобразный. Есть где побегать. А кто где жил, в каком подъезде, сами разбирайтесь. Уважаемые товарищи. Если не изменяет память, фамилия Михайлов, да? Так что живет мой кудук. И люди довольны, что у них все нормально. И мы будем довольны, что у них все нормально. Спасибо за внимание.